Около 20 снимков животных, сделанных профессиональным сочинским фотографом Алексеем Кононовым, будут доступны для пассажиров аэропорта до середины октября, до конца курортного сезона. Каждая фотография сопровождается информацией о собаке, ее характере, о повадках, а также контактной информацией о приюте. Выставка таким образом поможет пристроить животных, ведь через терминал аэропорта каждый день проходят тысячи гостей города. Уже несколько сочинских собак на сегодняшний день находятся за границей. Во время Олимпиады гости курорта активно интересовались приютом поводков Дока и его питомцами и забирали себе бывших бездомных собак. В аэропорту Сочи очень большой пассажиропоток. У нас очень много людей приезжает, улетает, прилетает, много встречающих. Я думаю, что это непосредственно то место, где большая проходимость людей, которые увидят этих животных и захотят их взять себе. Возможно, что на выставке снимки будут обновляться. Попасть на стенды в аэропорту есть шанс у всех новых питомцев, которые станут жителями приюта до октября.